есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи». У нас в гостях Антоний Галицкий. Добрый день, дорогие братья и сестры. Антоний, сейчас идет Страстная Седмица Великого Поста. Время, когда нам нужно уже подводить итоги, как мы провели Великий Пост, с какими успехами. Каждый сам себя проверяет. Пост, он как такой вот индикатор нашего духовного состояния. С чем мы пришли? Мы сравниваем и с прошлыми годами. Что мы достигли в духовном плане? И сейчас, когда вся природа, весь мир, вся Вселенная замирает перед великим таинством Пасхи Христовой, воскресения, особенно мы, православные христиане, мне хотелось бы у тебя спросить, вот, что ты ощущаешь, вот, что происходит у тебя в душе в эти дни, как ты сам к этому празднику готовился, как подошел? Каждый раз Страстную Седмицу лично я переживаю как обличение меня и моего недостоинства. Весь год совершаю свое служение в храме как певчий, выполняя свои обязанности как многодетного отца и профессиональные обязанности, и занимаясь миссионерской деятельностью в ходе таких бесед, концертов, гитара, мои профессиональные знания. Я думаю, что мы как-то забываем о том, что мы и кто мы. А в Страстную Седмицу это особенно ясно проявляется. Проявляется то, что убеждаешься, что Господь-то Он все отдал, что у него было для того, чтобы нас спасти. А мы не даем. Не возвращаем ему этот долг. И это чувство такого недостоинства и даже иногда ужаса по поводу того, что никак я не могу вместить это величие и непостижимую глубину его жертвы божественной и человеческой, богочеловеческой ради нас. А мы не дотягиваем. С таким настроением, как и чаще всего я и встречаю Страстную Седмицу, она меня погружает в глубокое такое смирение, в такое уничижение. И из глубины этого своего понимания, своего недостоинства я вопию ко Господу, чтобы Он все-таки помиловал меня и спас. И чтобы Он даровал этот свой Дух Святой. И когда Он его дарует человеку, это я знаю из житий святых, из Евангелия, из Деяний апостолов. То есть, когда Он его дарует, то человек может все. Он может, не изучая иностранных языков, говорить разными языками. Он может, не имея лодки, ходить по воде. Он может, не имея самолета, летать на облаках, перемещаясь в пространстве во времени. А если этого духа нет, то как бы мы ни пыжились, как бы мы ни старались, как бы мы ни напрягались, мы этого ничего не способны даже в десятой степени, в малой степени всего этого достигнуть. А если достигаем, то это начинает работать нашу гордыню. Поэтому каждый пост я еще и еще раз вспоминаю молитву Ефрема Сирина, преподобного нашего отца, в которой все время повторяется: «Даруй мне, Господи, даруй мне дух
свой Святой Дух для того, чтобы все лучшее, что может быть во мне, что есть во мне, развивалось и совершенствовалось, а все недостойное засыхало на корню. Вот. И всегда я повторяю этим постом на всех своих концертах песню, которая у меня родилась уже больше 10 лет назад, но она никогда не устаревает, и она меня очень укрепляет, и, насколько я знаю, укрепляет моих слушателей. И она укрепляет еще тем, что на обычном русском языке передается вот то глубокое содержание, которое в этой молитве содержится. И особенно ценно, что эти слова, это переложение молитвы Ефрема Сирина с церковнославянского языка на обычный русский язык сделал наш великий, гениальный поэт Александр Сергеевич Пушкин. Пожалуйста. Вот хотелось бы спеть эту песню для вас. Отцы, пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочные, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни блаженные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего живит божественною силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мои мне зреть, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Спаси Господи, и глубокие стихи у Александра Сергеевича. Видно, что он прочувствовал. Но он всей жизнью это выстрадал. Если мы в школе его знали как человека, сочувствующего декабристам, и, в общем-то, такого, ну, кто по молодости не заблуждался, не впадал в какие-то, ну, да, какие-то ложные понимания этой жизни. Видно, что он находился в такой великой борьбе с самим собой, со своими страстями. И без Божьей помощи это невозможно победить, да? А в тебе как это происходит? Мы, конечно, по сравнению с Александром Сергеевичем. Ну, как в тебе это происходит? Борьба? Что в этот пост? Были какие-нибудь успехи, достижения? Ну, у нас, православных бардов, пост протекает всегда особенно. В том смысле, что нам приходится концертировать. И я себя оправдываю, и как бы для меня обоснованием моей вот этой деятельности является то, что я не от себя говорю, и стараюсь говорить не от себя, я всегда говорю слова моих духовных братьев, каких-то поэтов, которые сумели это очень выразить, слова святых. И концерты эти великопостные, они носят все-таки вот такой оттенок покаянный, оттенок постный. И призывают каждого еще больше и больше сосредоточиться на главной задаче нашей жизни. Ведь сейчас что нас искушает всех? Мы постоянно, будучи мирскими людьми, скатываемся на проблемы, касающиеся нашей телесной жизни. Да? Мы хотим жить лучше. А задача в том, чтобы быть лучше. И это совершенно не одно и то же. Конфликт. Вот, да. Задача не выжить, а задача спасти душу. И вот это такое раздвоение всегда, оно и является главным искушением. И всегда себя с ним так останавливаешь и на том, чтобы задуматься, так что же ты хочешь?
с помощью своего творчества как-то утвердиться в этой жизни, как-то может заработать, может слава, да, и всякие такие вот для артиста искушения. Или ты хочешь через это, помогая другим, ну, тем, кто уже в церкви, утешиться как-то, потому что нас же все время, да, уныние посещает, потому что мы не можем выполнить все то, что от нас требует Господь. Кого-то посещает уныние, у кого-то разочарование, кто-то думает, что я вот молюсь уже не первый год, а все время наступаю на те же грабли, да, все время те же грехи, те же страсти. Когда же это кончится? Когда Господь пошлет защиту? Когда Он нас очистит? Когда Он нас осветит? Вот. Это воскавленных людей. Поэтому для них наши песни как-то утешение. Они видят, что те же проблемы у братьев и сестер, те же проблемы, на самом деле, были всегда. Во все века они были. Ну, Антоний, ты мог бы спеть песню сейчас, вот, которую выражал бы покаянные чувства, которая могла бы дойти вот до сердца обыкновенного слушателя. Да, батюшка, у меня есть такой покаянный блюз. Он у меня родился однажды, когда я вот думал, что лично я... Вот, по крайней мере, грех серебролюбия победил в себе, что я понимаю, что в этой жизни все бренное, все тленное, да, главное – это Царствие Небесное, и главное – это сокровище души. И думал, что победил серебролюбие в себе. Но когда оказалось, что... Когда случилось так, что на одном из фестивалей гран-при дали не мне, хотя я глубоко вот как бы... был убежден, что я спел там самую важную песню, лучше всех, а дали моему соратнику, и вот, вот тут во мне как вот, знаете, ну, муть, она осела в стакане, да, а чуть клыхнули, она вся всплыла, и, оказывается, она там была, и никакая вода в тебе не чистая, не родниковая, а муть одна. И вот когда я вот это постиг и понял, что корни, они гнездятся в нас глубоко, вот этих всех страстей, всех смертных грехов, они в нас есть, они в нашей телесной вот такой мирской вот этой природе, и что сам ты их не можешь, только Господь. И вот я неделю ходил как вот в таком совершенно подавленном, убитом состоянии. Я думал, как же так? Как же так? И родилась песня. Вот она родилась, я не знаю, как она родилась. Mm-hmm. Это вообще всегда тайна, как рождается. Движение души было. Да, вот, ну, так вот родился это покаянный блюз. Хорошо, пожалуйста. Блюз, потому что я как бы, ну, рок-музыкой занимался в свое время. Мне mm-hmm. эта стилистика близка. Mm-hmm. Ну, вот такой текст у меня mm-hmm. родился, и музыка. Давайте покаянный послушаем. Блюз. Да, я хотел бы спеть ее, чтобы каждый еще раз задумался, что без Бога, без вот этой помощи, без дара, который надо вымолить в смирении, в покаянии, мы не сможем стать чистыми, стать достойными того, чтобы войти в Царствие Небесное. Спасибо. Всегда и везде иди ко Христу сквозь ложь и суету. Христу служи всю свою жизнь, умри за Него, нет выше ничего. Но не получается, Господи, Господи, искорени во мне корни грехов, избавь меня от бесовских оков. Хранитель, ангел мой, мне помоги среди соблазнов, меня сбереги. Новый Завет мне говорит: ты не завидуй успеху
земному. Ищи лишь путь к небесному дому. И не волнуйся о питье и еде. Люби врагов и помогай всем в беде. Но не получается, Господи, Господи, искорени во мне корни грехов, избавь меня от бесовских оков. Хранитель, ангел мой, мне помоги. Среди соблазнов меня сбереги. Новый Завет мне говорит: не забывай Христа, чтоб ни было с вами, не предавай Христа своими словами, не оскорбляй Христа своими делами, не распинай Христа своими грехами. Но не получается, Господи, Господи, искорени во мне корни грехов, избавь меня от бесовских оков. Хранитель, ангел мой, мне помоги. Среди соблазнов меня сбереги. Господи, смелость нужна некоторая, чтобы написать такую песню. Или как крик уже отчаяния, да? Да, из глубины отчаяния. Потому что хорошо верить и уповать над Господом, когда явна его милость. А вот когда он не показывает свое могущество, вот как на Страстную Седмицу сейчас, да? Когда он входил в Иерусалим, да, на вербное воскресенье, да, и все знали, что он и Лазаря оживил, и в пустыне накормил 5000, да, как не встречать такого царя, да? А когда все ждут от него, что он уже возьмет власть и даст силу здесь и могущество, а он не дает, он показывает, что надо любовью, смирением прощать, да, тех, которые тебя бьют, которые тебя распинают. Вот тут как, да? И вот так же мы его распинаем каждый раз своими грехами, а потом просим у него прощения, молим его. А знаешь, мне тоже напомнило это... Прости, что перебил. Напомнила эта песня. Мое состояние греховное. Еще вот до того, как я крещен был, я в возрасте был крещен. Так же, как и я. Вот. И я постоянно задавал себе вопросы. Я не находил в них ответа. Я вот сейчас понимаю, что без Христа нет ни одного ответа, ни на один вопрос. Это бесполезно о чем-либо думать, если не заканчивается крестом. И воскресенье. Да. Нет смысла никакого. Да. Ни в чем. И вот такой вот вопрос. Еще моя душа, она по природе христианка. Она вот, но она каждого душа да, христианка. Да, она вопила. И также способ передачи у меня тоже определенный был в то время. Сейчас я спою.
где-то пели, кто-то плакал без надрыва. Слава Богу, все успели, скоро будет край обрыва. Осознали, жили сложно, жили ночью, будто вечно, и отнюдь неосторожно, а беспечно. Оправдывать умели, так хотелось быть слепыми. Много пили, мало ели, разговорами пустыми разгоняли безысходность и тоску, что в ночь врывалась. Что нам делать оставалось? Что нам делать оставалось? Что нам делать оставалось? А что нам оставалось? Идти ко Христу? Да, все. Мишка. И все. Потрясающая песня. Это вот состояние как раз душ до воцерковления, до того, да, как он обретут Бога. Потому что у нас передача не только для тех, кто, а тех, кто там, кто еще на пути к Богу. Это вот наша жизнь до церкви, точно. Вот в те годы, в 70-е, 80-е, полный, ну вот, лучше не скажешь, вообще песня, по-моему, гениально передает вот это состояние души без Бога, полной бессмысленности, полный хаос и неизвестно, куда и зачем идти, бессмыслица. И это же, да, страшно. Мне страшно. Я даже себе не представлял. Я ходил по краю бездны постоянно. Меня Господь берег и ангел-хранитель. А я беспечно мог в любую секунду сорваться бездны. Я даже не ощущал это. Я не знал, что такое покаяние, что такое причастие. А сейчас не понимаю, как я без этого жил. Без этой животворящей силы. В том-то все и дело, что мы, которые воцерковились в зрелом возрасте и сознательно пришли к вере, мы можем сравнить вот это состояние до и после. И блудного сына. Состояние блудного сына, вернувшегося к любящему отцу, который тебе может дать все и дает, собственно, все, как по жизни убеждаешься, дает все в нужное время. Да. И хочется вопить ко всем людям на земле. Люди, вы сейчас, находясь в этом теле, вот в этом времени и пространстве, можете соединиться с Богом, стать Его частью, а Он станет частью вас. Только придите в храм, примите крещение, подготовьтесь к причастию и причаститесь. И вы познаете такую радость, такое блаженство, такое наслаждение, которое ни с чем не сравнимо. Спасибо, Господи. Вот. Это песня на стихи Татьяны Егоровой «Чаша жизни». Где бы ее кто ни искал, кроме вот этой чаши, которую священник выносит из царских врат, нигде не найдете, поверьте мне. Хлеба в широком поле, конца и края не видать. А в храме Божьем на престоле им суждено святыней стать. Вот виноград созрел в долине, готово красное вино. Но драгоценною святыней во храме станет и оно.
солнцею накрыты хлебы, потир сияет золотой, и по молитвам прямо с неба незримо сходит Дух Святой. И нет на свете выше счастья пред чашей разомкнуть уста, принять священное причастие и стать частицею Христа. Да, нет на свете выше счастья пред чашей разомкнуть уста, принять священное причастие и стать частицею Христа. И стать частицею Христа. Спаси, Господи. Дорогие наши зрители, с нами был Антоний Галицкий. Сейчас мы слышали песню о святом причастии. Я желаю, чтобы каждый из нас, православный христианин, причастился в этот великий праздник, подготовил себя. Господь принимает всех. И делателя, который трудился весь пост, и который в последнюю минуту работник пришел и просит свои награды. Будем ждать с трепетом этого праздника, Божьей помощи всем. Божье благословение. Спасибо всех, Господи. Спаси, Господи, братья и сестры, с приближающимся великим праздником Пасхи Господней вас.